Всем привет! И снова вы на канале Android Games. Мы попали со Шреком в карамельный целый городочек якийся. Продолжение нашего приключений Шрека. Мы шукаем кота со слом, до сих пор не можем найти. Уже в колодце были, шукали, там спящая красавица лежала. Стрелка нарисована, а двери закрыты. Короче, тут, наверное, будет какой-то супербой. Что-то тут заманивает меня на эту поляну так. Тут карамельный, это ведьма, наверное, тут. 100% та, что заманила деток в карамельный домик свой. Бо тут какие-то крысы, откуда они тут понабирались. В колодце были пауки, тут крысы. Но, куда дальше? Давай открывай двери, хозяин. Алло. Не хочет. Опа, крыса. Ха! Пуф. Крыса любо сладкие, чи шо? На, я тебе сказал, алло. Ты на сплинтера вообще не смахуешь. Так, а куда же дальше? Ладно, поляна поляной. Перепрыгнуть не перепрыгнем. Разломать не разломаем. Тут здесь должен быть какой-то рычажок спрятанный, наверное. Ну, стрелка показывает. О, открылись двери, тут крысы опять. Эй, фу. Вам надо дезинфекцию сюда, срочно, от крыс. Ну, вы шо, то пауки, то крысы. Что это такие? Тут в карамельном городе крысы водятся. Вот, ну, это же канализация тут, чи шо. Здесь прорвало, наверное. Опять, еще щуры лезут. Эй, щур, вот тебе. Погнали. О, и снова тут, а вот они. Оба из ларца, одинаковы с лица. Эй, ниндзя. Фуф, карамельный ниндзя. А что мы карамельный городок пробежали? Ниякого там ни клевера, ни постера, ни ведьмы, никого, ни гадалки не нашли. Хорошо, хоть монеты рассыпал ослик дорогой, хоть знаем, куда идти. Это же ослик биг и сыпал, наверное, с карманов бабки сыпал. Но мы знаем, куда идти. Что у нас тут долго нема этого дяди в юбке розовой. Нам бы и сохраниться. Ну, мы тут хп мало тратим. Тут игра не сильно сложна такая. А что это означает? Тут прыжок. Опа-ба-ба-ба. В натуре прыжок. Это пушка была. Ты что, Леонардо да Винчи, ты что был? Создатель разных изобретений. Еще одна он имеется такая же. Угу. И мы на ней, конечно же, запрыгаем. Вот так вот, на, тепловая пушка, на, ветрогенератор какие-то целые. О, там он у нас есть батут. Так, если что, побачили врага, сразу спиной до стенки, чтобы они вас не окружили. Вот типа так, как я это сделал. Ну, да, батончик. Батончики нам, в принципе, тут особо и не надо было. Ну, все равно, будем собирать, нам же кушать-то хочется. Хочется, на. Не получилось первого раза, а так. Но, два, yes, получилось теперь, точно. Вау, дерево сбил. Ого, что это за пушка такая? Такий лазерный бластер, наверное. Срезая дерево под корень прямо. Ху. Угу. Идем на гору, по дому, и там он у трубу. О, мы сегодня Санта-Клаусом. Ха, подрабатываем маленько. Ну шо, как оно, сейчас проверим. Санта-Клаус такой пузатый, залазил в трубу. Мы тоже пузати. Эй, стой, далеко не прыгай так, а то вы с котом что-то дуже прыгаете. Опа-па, есть, провалились в трубу. Ну шо тут, в доме нема никого. Вот он, дядя. Ну, дядя. Сохранилися. Все. Опять эти банды, драки эти. Ну, что ж это такое? Ну, ай-яй, бабки с меня высыпаются. Они когда по мне бьют, с меня еще и гроши выбивают. Я-то думал, что они в масках. А это грабители. Ага. Хотят меня грабить, да? Угу. Да, не получилось. Да они по кущам и сидят там.
Я думаю, они там хезают, а они там ждут, пока я до них пройду. На. Поїсти не успіли, наверное, потому такі слабенькі. Ау. І тебе, на. Фу, двоечко, ну, ха. Вот так его. На, и тебе получи. Еще один сзади якийсь там, не? Не, я пока этого был сзади, той тоже получил, видать. О, еще якийсь появился один. Два. Туш. Ха! Да ты шо? Кто там против Шрека? Надо было тут сначала той кусок мяса съесть, и потом идти драться, потому что нельзя так драться, силы не хватает. Все, дядя в розовых очках. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте комментарии, лайки, дизлайки, кому как понравилось. Всего доброго, до скорых встреч. Пока-пока.